І я з гордістю представляю наших гостей. Богдан Гриненко – паралімпійський чемпіон з плавання, та Ігор Цвєтов – паралімпійський чемпіон з легкої атлетики. Вітаю вас, друзі! Доброго ранку! Доброго. Ви дійсно прославляєте не тільки наше місто, а й усю країну. Хотілося б дізнатися про ваше спортивне життя. Це в першу чергу привітати з спортивними надбаннями і розказати про дійсно таке масштабну подію, яка відбулася вже цього літа у вашому житті. Не соромтесь, хлопці. Розповідайте, як взагалі проходила Паралімпіада? Паралімпіада проходила отлично. Які напряженно, ну, напряженно всегда, ты напряжен в моей карьере. Это была первая Олимпиада, очень нервничал, волновался, заболел случайно, еще больше нервов. Но, слава богу, все прошло хорошо. Могло было быть лучше, но да ладно. Ми знаємо, що Ігор також хвилювався. Взагалі, хлопці, як ви можете це хвилювання в собі так подавити і сказати, що все, я йду до перемоги, я всього доб'юся? Ну, саме головне, це, мабуть, настрій, з яким настроєнням ти к этому підходиш, як ти к этому підходиш, що ти для цього робив, то есть, як ти готувався на самом-то деле. А далі вже залежить від того, наскільки ти психічно підготовлений. Як тяжело вам вдалася ця перемога? Честно, вот я, допустим, шел к этому 8 лет, было очень тяжело, на самом-то деле, не все так легко и красиво, как говорится, но доволен результатом, то, что мой тренер вложил в меня, то, что наша страна, то есть, была единой, и вот я ощущал эти поддержку этого, когда выступал. Богдан, а вот у вас как тяжело далась победа, и какие эмоции действительно превышали, кроме волнения? Победа далась мне действительно тяжело. Я и шел к этому 10 лет. 10 лет я занимаюсь плаванием. 4 или 5 лет я в сборной. И я выиграл, когда Паралимпийские игры, это в эстафете. Это вообще первый раз, когда я выиграл на международных соревнованиях. То есть у меня эйфория, радость превышала все, что только можно. Ну, я очень доволен результатом, слава богу, что все-таки мой труд был оправдан, это было не зря. Я довольный, тренер довольный, это самое главное. У нас есть даже фотоматериалы про то, как проходила Паралимпиада этого лета. Хотелось бы от вас, Игорь, почути небольшой комментарий. Спасибо, конечно, большое за то, что мои фотографии опубликовали, ну, сделали их известными, да, то есть я уверен, что николаевцы это увидят, и большое спасибо за поддержку, то есть то, что вы нас, даже большое спасибо вам лично за то, что вы нас пригласили в студию для таких вот, такого мероприятия, конечно же. Ну и сказал бы такое вот, то, что это нечто для нас, потому что это тоже моя первая, как бы, Паралимпиада, в которой я участвую, то есть как и у Богдана немножко есть эйфория, есть такое вот состояние, знаете, как легкого опьянения. Поэтому. Ну вот уже свыклись с тем, что вы паралимпийские чемпионы. Ну, честно, да. Простота, я считаю, прежде всего. А остальное будет. Мне вообще все равно, как-то я не знаю. У меня не было такого, Ну, было радостно, что ты выиграл, но такого, что я вот олимпийский чемпион. Все, не трогайте меня. Это, ну, я считаю, это в порядке вещей. И выиграл, слава богу, что так могло быть хуже. Что это нормальное явление, я думаю. Ребят, действительно добились очень высокой планки, которой добиться, я думаю, мечтают абсолютно все спортсмены. Есть теперь какие-то планы, чего добиться дальше? Или пока такой перерыв, чтобы просто дать себе и своему духу отдохнуть? Хороший вопрос. Да. Честно, я даже не знаю. Нужно идти только вперед, самое главное. А остальное будет само собой. Потому что если опускать себя чуть ниже уже планки, то это недопустимо. Поэтому идем только вперед. Вот Богдан сказал о том, что он остается таким же простым юношей, которым был до победы, но ведь все равно ваша жизнь изменилась. Вы стали звездами, спортивными звездами мирового масштаба. Изменилась как-то жизнь? Появились какие-то новые яркие краски? Я теперь не хожу пешком и не ездил на маршрутках вообще. Мне это очень радостно. Мне ходить, ну, тяжело, в принципе. И ездить на машине мне очень нравится. Игорь, а у вас какие изменения произошли? Изменения кардинальные, честно. Я ожидал такого, но не настолько, вот, чтобы ярко это все было. И очень сильно доволен, скажем так, что это все так произошло. Для меня тоже это, как, знаете, как
урок какой-то интересный, урывок из жизни, как сон, я даже не знаю, как это назвать, поэтому... Не просто так мы сегодня вас пригласили в нашу студию, потому что сегодня празднуем День студента, и вы также являетесь студентами одного из николаевских вузов. Да. Хотелось бы узнать, насколько трудно совмещать активную спортивную жизнь с обучением в вузе? Ну, смотрите, во-первых, для студентов, которые уже, скажем так, в сборных командах Украины, есть вуз, допустим, Национальный кораблестроение, там есть программа такая именно для спортсменов, которая дает возможность делать двухразовые тренировки во время тренировочного процесса и во время учебы. Поэтому мы это вместе с Богданом совмещаем. То есть ваше обучение уже предрасположено к тому, что вы уезжаете на спортивные сборы, что вы будете отсутствовать на каких-то парах. Но вот насколько легко дается вам сессия? Я думаю, что это сейчас интересно абсолютно всем телезрителям. Я не знаю, мне удается очень легко. Ну, во-первых, я учусь на тренера, мне это близко, я это все знаю. Поэтому мне сдавать сессию как бы не так тяжело, как моим одногруппникам. Не знаю почему, они всегда меня проклинают. Я прихожу, просто рассказываю, там, как я готовлюсь к Олимпиаде, там, к миру, к Европе. Рассказываю какие-то там термины, что-то про медицину. И в принципе меня особо не валят, так сказать. То есть для чемпионов Паралимпиады даже сессия не страшна? Мне нет. Ребята, хотелось бы узнать у вас какие-то яркие моменты из вашей студенческой жизни, потому что говорят, что студенческая жизнь, она незабываема. Я думаю, что у вас действительно яркая, насыщенная жизнь, и помимо студенческой скамьи, но, возможно, есть какие-то воспоминания, возможно, из празднования Дня студента, которые хотелось бы сейчас поделиться и сказать, что да, это было незабываемо. Ну, я особо День студента не праздновал, только там на первом курсе, наверное. Но самое яркое, что было у меня в институте, это первая сессия. Когда ты всего боишься, только вот ты поступил, еще вроде ты поступила уже сессия, и ты не знаешь, что делать, как, что сдавать. Вот это было ярко, но мы справились, слава богу, все хорошо. А у вас, Игорь? Аналогично. Хотелось бы от вас услышать слова поздравления для николаевских студентов, для абсолютно всех студентов Украины, и, возможно, какое-то напутствие по поводу того, как идти к цели, потому что ваш пример – это пример для многих, и я думаю, что для многих вы являетесь действительно кумирами по поводу того, как добиться своей цели и того, чего хочешь. Ну, я бы сказал от себя лично, я поздравляю всех студентов с таким, скажем так, грандиозным праздником. Желаю всем терпения, здоровья, чтобы каждый тот, кто захотел сдать сессию, он ее обязательно сдал. Ну и, конечно же, отметил достойно. А от вас, Богдан? Да. Я также всех поздравляю с Днем студента. Главное в нашем деле – это здоровье, крепкие нервы. Единственное, что я хотел пожелать, это всегда идти к своей цели. И неважно, это или студенческая скамья, ты там что-то хочешь достичь науки или еще где-то, просто никого не слушайте, всегда вперед, 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 и все будет хорошо. Ребят, мы вас также поздравляем с праздником Дня студента, поздравляем с победами, которые вы привезли не только нашему городу, но и нашей стране. Желаем вам действительно только успехов, чтобы еще не раз мы приглашали вас в нашу студию. Спасибо, вы с таким же, действительно, с такой же радостью, с такой же открытостью приезжали на наше областное телевидение и говорили, что да, мы любим наш город и мы приносим ему победы. И также желаем вам действительно, чтобы все мечты и все свершения, которые вы запланировали, чтобы все у вас сбылось. Спасибо большое. Спасибо вам большое.